Приветствую вас. Я полагаю, что ключевой особенностью вашей истории является тот факт, что вы занимаете жертвенную позицию в отношениях с мужчиной своим. Вы занимаете жертвенную позицию, вы являетесь, по факту вы являетесь жертвой. И, соответственно, можно говорить о том, что именно жертвенное поведение привело вас к тому, что случилось. Итак, вы пишете, я поссорилась с мужем, я очень расстроена из-за его поведения. Смотрите, вы здесь очень верно говорите, что я поссорилась с мужем. Это очень... Хорошо, что вы говорите именно я поссорилась, а не мы поссорились, потому что вы, хочется верить, ну, понимаете и отдаете себе отчет в, ну, в своей ответственности, за то что, вот, собственно говоря, между вами происходит. Именно в ответственности. Хочется верить, что это так, и соответственно, с этого нужно начинать. С чего? С того, чтобы определить, почему именно вы ссорились со своим мужем. Да, вы об этом пишете, что на меня в детстве кричал отец и так далее. Я этот момент помню, но тут тонкость еще заключается в том, что если на вас в детстве кричал отец, то вы можете к этому специфически относиться. Например, в глубине души считать и полагать, что вы этого заслуживаете, что вы этого достойны, что вы только такого поведения и отношения к себе и заслуживаете, а именно того, чтобы на вас кричали. Вот. Потому что вы говорите, что, ну, что мужчина ведет себя так уже не первый раз, и, соответственно, ну, у этого есть, вероятно, у этого есть, ну, некие основания, да, вероятно, у этого есть некие, скажем так, у этого есть некие предпосылки у того, как он ведет себя с вами. Поэтому я думаю, что на эту историю тоже нужно обратить внимание. Далее вы пишете, мне некому, как сказать, излить душу. Ну, это в той или иной степени поднимает для нас вопрос о том, как складываются ваши социальные связи, то есть как вы выстраиваете отношения с, ну, допустим, с друзьями, как вы выстраиваете отношения, допустим, с подругами своими, есть ли они у вас, подруги, я имею в виду. Вот. Это очень важная история, которую нужно тоже рассмотреть, потому что чувствуете, что вы себя ощущаете, мягко говоря, одинокой. Мы поссорились только что, и дело было так. Я сказала дочери, пошли кушать. Сказала, пошли кушать, сказала убирать игрушки со стола, она меня не послушала. А мой муж два раза накричал на нее, повысив голос. Он немного выпил пива 0,5. Ну, вот здесь хочется уточнить, да,
Вы написали свой вопрос в 9:46 утра. Правильно ли я понимаю, что ваш муж выпил пиво с утра? Вот. Если это так, то да, есть основания опасаться, что у вашего мужа может иметь место быть некая проблема с алкоголем. Вот. Хотя это не точно, потому что информации очень мало. Вот. Но, тем не менее, если человек в 9 утра пьет пиво, ну это, конечно, говорит о некоторых его возможных проблемах. Так, значит, дочь села со стола со слезами, я за дочь заступилась, чтобы он на нее не кричал. Ну, здесь, понимаете как, вот вы вроде бы делаете это все правильно, но при этом, вряд ли вы могли не знать того, что мужчина отреагирует на вас. Вряд ли вы могли знать, что мужчина отреагирует на вас агрессивно. То есть вот, на мой взгляд, скорее всего, вы знали о том, что заступаясь перед дочерью, то есть защищая дочь, вы провоцируете своего мужа. Особенно если учесть, что раньше он проявлял грубость по отношению к вам, и если учесть, что раньше он тоже как-то вел себя, некорректно, опять же, по отношению к вам. Соответственно, возникает вопрос, если вы это знали, для чего вы это делали? Вот. Как вы думаете, дочери лучше или хуже стало от того, что теперь она знает, что, например, из-за нее поссорились, грубо говоря, и родители тоже? Вот мне бы хотелось этот вопрос, чтобы вы рассмотрели этот вопрос, чтобы вы обратили свое внимание на него. Вот. Потому что это важно. То, что вы делаете, такое ощущение, что вы, не отдаете себе отчет в цене того, что вы делаете. Именно цена. Вот. На мой взгляд, да? Дальше человек начинает кричать на вас. Вы пишете, он перешел на меня криком и в порыве гнева кинул мой телефон об стену. Опять же, я не верю в то, что вы не знаете, что если у человека начинается аффект, то ему нужно дать, так или иначе, его выпустить аффективное состояние. Вот я не верю в то, что вы этого не знали.
скорее всего, знали. И вот в этом отчасти проявляется ваша жертвенность. В купе с тем, что вы, к примеру, допустим, нуждаетесь в ласке, в любви мужчины своего, да? То есть вы хотите от него обнимашек там и прочее. Такая история. Вот. То есть так вы получаете то, в чем вы нуждаетесь. Таким вот способом. Потому что сама нуждаемость в любви со стороны мужчины, сама нуждаемость в его внимании, в его, там, как вы говорите, в обнимашках и прочее, это уже говорит в некоторой степени о том, что вы не совсем в себе уверены, это уже говорит о том, что вы не чувствуете себя самодостаточно, если вы, вам чего-то не хватает, вот. А косвенно на это указывает то, что вам некому излить свою душу, а излить свою душу, очевидно, хочется, вот, и, соответственно, на мой взгляд, это, также нельзя сбрасывать со счетов, да, на мой взгляд, это нельзя сбрасывать со счетов, списывать со счетов, потому что это очень важная история. Для вас, опять же. Вот. Так что здесь такой момент. Дальше, я говорю, зачем на дочь кричать? Он сказал, ты потакаешь ей во всем. Я, не обязательно на нее кричать. На меня мой папа кричал в детстве и на маму. Я когда-то ему это говорила, что не выношу крик. Ну, здесь, как я и сказал, вы позиционируете себя как жертву. В том смысле, что, может быть, вы ему говорить-то говорили, но этого мало. Мало того, что вы ему говорили. На мой взгляд, все-таки... Ну, нужно, на мой взгляд, больше, чтобы человек вас услышал, чтобы человек вас понял, чтобы человек прислушался к вам, образно говоря. Вот. Поэтому то, что вот вы ему говорили, этого, на мой взгляд, недостаточно. Точнее, это не раскрывает ваших отношений с ним. Вот это не раскрывает именно характером ваших отношений с ним и вашего взаимодействия. И опять же, вы как будто бы ждете, что человек, он, просто вот будет делать так, как вы, так, как вы хотите. То есть человек будет действовать так, как вам нужно. Вот. Ну, в том смысле, да, что вы сказали ему, что папа кричал, я не приношу крика.
Вот. И все. И он так вот будет делать. Ну, это, на мой взгляд, это ошибка, потому что без личностной ценности, вот именно с вашей стороны, это для мужчины не значит ничего, к сожалению. Вот. Поэтому такая вот история здесь. Такой момент. Кроме того, вы своим поведением его заводите, вы еще больше его злите, потому что вы не успокаиваете его, а именно ему противодействуете, что вызывает еще больше эффект. Мужчина идет уже на принц. Дальше. Да, и это, по сути, называется рационализация, то, что вы делаете. Он делает мне больно, если хватает меня за руку. Я сел, он берет сметану, которая стоит на столе, и чуть ли не на меня ее не выливает. Каплю вылил и ушел. Дочь все выпила. Я после этого знаю, это ему не понравится, говорю, можешь в пятницу не приезжать, он да вообще больше не приеду. А для чего вы говорили ему то, что, как вы знали, заведомо ему не понравится? Это для чего вы ему это говорили? Зачем вы ему это говорили? То есть вот, ну, на мой взгляд, это тоже такая достаточно важная история, потому что, ну, у меня есть ощущение, что вы как-то вот, ну, тоже провоцировали здесь конфликт. Я, конечно, не берусь утверждать этого наверняка, но выглядит все именно так, выглядит все так, как будто вы, значит, провоцируете конфликт. Вот. Вы не снижаете градус напряжения, а напротив, вы его увеличиваете. Вот. Это означает, что у вас есть также некоторые чувства. Важно их понять, почему вы поступили именно так, зная, что мужчине это не понравится. Дальше. Значит, так, собрал вещи, оставил ключи, вышел, я все кинул поведением, даже не изменился, а должен был? Почему вы считаете, что он должен изменяться? Я никогда не терпел, чтобы на меня кричали, и он был груб со мной. Ну вот, вы же понимаете, да, что это достаточно серьезное противоречие, если вы говорите, что вы никогда не терпели, чтобы на вас кричали, а он был с вами груб, то очевидно, что вы, ну, не обеспечиваете свою позицию, очевидно, что вы не отвечаете за свою позицию, очевидно, что вы ее не поддерживаете, вот, и, на мой взгляд, это очень тоже важная история, почему так происходит, почему вы не отвечаете за свою позицию, почему вы не отвечаете за свои действия, почему вы, ну, условно говоря, не
вот сказали, что не терпите, когда надо кричать, да, но почему-то грубость по отношению к себе позволяет. Вот, опять же, я не думаю, что это у вас первый раз такой. Дальше. Скорее всего, ему пить вообще нельзя, а это здесь к чему? Мне хочется от него ласки, поцелуев, обнимашек, а замена дает мне грубость, такое чувство, что не любит меня. А вот давайте немножко поподробнее раскроем то, что вам хочется от него ласки, поцелуев и обнимашек. Давайте вот немножко, ну, более подробно этот аспект раскроем. Почему вам этого хочется? То есть вы хотите от человека, ну, по факту вы хотите от человека того, чего он вам дать либо не может, да, либо не хочет, вот, и очень важно вам спросить себя, насколько обоснованы ваши требования к человеку, и как они, к примеру, образовываются, эти требования. Требования образовываются из потребностей, из, ну, понятно, да, из ваших потребностей. Но что это за потребность? Чего вам не хватает? Что вы так нуждаетесь в нем, ну вот в его ласке, любви и так далее. Вот. Это важно. Дальше, он мне дает грубости, такое чувство, что не любит меня. Ну, зачастую отношение партнера к нам, это... зачастую отношение партнера к нам, это не что иное, как отзеркаливание того, что мы сами к себе чувствуем. Поэтому я бы хотел спросить у вас, как вы к себе относитесь? На мой взгляд, коль вы защищаете занимаетесь спасительством, потому что при дочери защищать дочь было не обязательно, вы могли бы подождать, пока отец успокоится, и спокойно поговорить с дочерью, когда не будет рядом отца, и спокойно поговорить с отцом. Вот. Кроме того, вы описываете здесь некую такую более застаревшую, скажем так, проблему, связанную с тем, что, по мнению мужчины, вы во всем потакаете. И это тоже очень такой важный, на самом деле, момент, да, то есть это застарелый конфликт. И вместо этого вы занимаетесь публичным спасителем, демонстрационным. Для чего? Чтобы выставить себя жертвой. Дальше, вы пишете, значит, такое чувство, что не любит меня, а вы себя любите. Если он вас не любит, то, ну, соответственно, возникает вопрос, зачем вы с ним, на каких основаниях вы устраиваете отношения. Я не могу понять его поведение, он ведь меня заблокировал, не хочет со мной разговаривать, как мне успокоиться. А что сейчас, на данный момент, вас сильнее всего выводит из себя? Вот. Что выводит вас из себя? То есть, что не дает успокоиться? А вы хотите с ним разговаривать после того, как он ушел. Но вы же говорите, что он не изменился. Так получается, вы уже готовы его простить? Почему? Из-за того, что вы нуждаетесь в его ласки, обнимашка, поцелуй? Давайте выделим ваше желание. Ваше желание обнимашек, ласки, поцелуй. Попробуем проследить за ним. Почему вам этого хочется? Хочется от того, кто этого дать не может. Вот.
Ну и треугольник Карпмана, пожалуйста, решите, здесь он очень явственно проступает, в смысле, что есть дочь, которая, по вашему мнению, жертва в этой ситуации, есть мужчина, который, по вашему мнению, агрессор в этой ситуации, есть вы, который спаситель в этой ситуации, но в итоге и дочь, и вы, и мужчина, все жертвы. Вот. Соответственно, ну вы не пишете, сколько дочери лет, но как бы я думаю, что вам нужно поработать над границами, личными границами и над моими желаниями, конечно, тоже. А возможно, над самооценкой. Ну и вы не можете не видеть связи между тем, что на вас кричали в детстве, и тем, что кричат сейчас, что-то в вашем поведении притягивает именно таких мужчин. Вы притягиваетесь к таким мужчинам. Вам кажется, что такое отношение к вам является, ну, единственно возможным для вас доказательством любви к себе, потому что вы себя в глубине души таким образом обесцениваете. Вот если вы приключитесь к себе, то вы в дочери, вот в своей дочери, вы видите себя. Но заступаясь за нее, вы не защитите ее, потому что, ну, вы видите, к чему это приводит, к чему приводит спасительство. Вот. Такая вот история. Поэтому для того, чтобы вам успокоиться, нужно снизить градус эмоций, эмоциональный накал, который у вас есть. Для этого нужно поработать с чувствами. Вот, если вы хотите счастья для себя и для своей дочери, я думаю, что вы выберете психолога и начнете с ним консультироваться. Вот, по вопросу взаимодействия с мужем, с дочерью и самой собой. Ну вот, с последнего нужно начинать. В том направлении, в которых, например, я вам указал. На этом все, аноним. Хочется, наверное, добавить, что вы вносите большой вклад в то, что происходит. Хочется добавить, что вы пытаетесь понять поведение человека, но не себя, не свою реакцию, не свои чувства, не свои желания. Хочется добавить, что попытка понять другого человека, она обречена на провал практически всегда, потому что чужая душа, подъемки, особенно при условии того, что если человек не хочет себе разбираться, не хочет ничего выяснять, не хочет ни над чем работать. Вот, и я полагаю, что в этом направлении вам нужно двигаться, в направлении познания себя и корректирования поведения в соответствии с тем, что вы будете о себе узнавать. Это поможет и вам выстраивать отношения более конструктивные, адекватные и быть счастливой. И дочери ваши увидят, как вы себя любите, вы заботитесь о себе, а не о ней, в первую очередь. И тоже, значит, выйти из этого круга, замкнутого, порочного, в котором вы оказались. Вот, ну и, да, то, что сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович про сценарное поведение, тоже очень важно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.